Дорогая, не поможешь мне с контрактом? Я что-то никак не разберусь. Мам, у меня голова болит. Можно я в школу не пойду? Мам, дай же путь! Мам, а где мой iPad? Мам, куда делся мой рюкзак? Вся моя жизнь — это дети. Перестань, ты же просто отвозишь их в школу и все, твой день свободен. Ты это серьезно? Все бы отдал, чтобы оказаться на твоем месте. Правда? От сценариста 2 плюс 1. Тут все расписание, вся еда на сегодня уже в холодильнике. О, черт! Просто отвозишь детей в школу и все, день свободен. Направо или налево? Не-не-не, тут прямо. Куда прямо? Прямо направо. Потом едешь забрать Максима, он будет в гостях у Леона. Максим, так нельзя, это же средство от тараканов! Это наша семья! Нет, это не игрушка! И потом отвозишь Жозефа. Запрыгнула лягушка на девятую ступеньку. Простите, сколько еще ступенек осталось? Мне пора на работу. Жо-Жо, лягушка допрыгала по лесенке? Нет. Тут решает ваш ребенок. Ну вот, это понедельник, мой любимый день. Есть даже время принять душ. Переходим ко вторнику. Как выжить? 10 дней без мамы. Не все дома. Что делать, если твоя дочь истеричка? Пап, ты зачем телефон с собой унес? Да так. Результатов для «Что делать, если твоя дочь истеричка» не найдено. Скоро в кино.